Есть имена, которые при всех поветриях времени неизменно остаются выверенным камертоном таких человеческих качеств, как абсолютная порядочность, талант и профессионализм, верность в большом и малом своему понятию долга перед землей, на которой рожден. Одно из таких имен – Кадырджан Кадыралиев. Да и что, если перейти от высокопарных фраз к языку дружеского розыгрыша, ему оставалось делать? Ведь имя Кадыр издревле означает достоинство и всеобщее уважение. А Кадыр тут и вовсе сплошная мистика. Тот мифический один из семи первых встречных, кому суждены бесконечные поиски, но кто, подобно пророку Хизр, нашел источник живой воды. Можно много рассуждать о том, в чем именно нашел Кадырджан источник живой воды. Но наглядное подтверждение тому ясно обозначено хотя бы тем, что на безымянном пальце левой руки он, не снимая, носит перстенек Шекек, доставшийся ему в наследство от бабушки Сайна. Узор Шекека предельно прост. Это суровая киргизская архаика безвестных серебряных дел мастеров Кумуш-Усто позапрошлого века. И хотя узорочье Шекека изрядно поистерлось от долгого ношения, оно является для Кадырджана живым адресом детства, которым всегда был и остается ничем особо не примечательный карабалтинский аил-чолок. В конце 50-х годов, когда в памяти людей все еще была свежа крылатая фраза великого кормчего «Кадры решают все», остряки Всесоюзного института кинематографии упорно пытались обыграть созвучие имени и фамилии своего киргизского однокашника с чисто профессиональным термином «кадр». Были и не очень оригинальные подначки насчет того, что кадрик – такой весь из себя тихий-тихий, а под шумок студенческих вечеров накрепко закадрил прекрасную москвичку Светлану, папа которой был ответственным товарищем казахстанского постпредства. А вот когда Кадырджан одним из первых киргизских вгиковцев пришел на киргизфильм, ведущий в те годы профессиональный кинодокументалист Юзгер Штейн почему-то прозвал его Колей. Через несколько лет легкий на шутку и розыгрыш Толомушокеев присовокупил к прозвищу и соответствующее отчество. Так в кругу товарищей по съемочной площадке появился Николай Николаевич. И это удивительно шутливое прозвище приклеилось к Кадырджану так же крепко и естественно, как летная куртка, которую ему подарили военные летчики в знак признательности за душевно снятый о них фильм «Крылья». Что же касается крылатой фразы насчет кадров, которые якобы решают все, то она в жизни Кадырджана сбылась щедростью, которую он никак от судьбы не ожидал. Тем более, если вспомнить о стартовой площадке в голодном и нищем чулоке. И все же кадры первого же снятого им фильма «Река гор» режиссера Мелиса Убукеева дали возможность защитить вгиковский диплом на пятерку, а сам фильм, по заверениям киноведов, стал знаковым явлением киргизского кино. Кадры второго его фильма, созданного в содружестве с тем же Мелисом Убукеевым, еще глубже развили эстетические и нравственные позиции, обозначенные в «Реке гор», но уже в художественном кино, отчего даже название фильма «Трудная переправа» обрело в истории становления национального кинематографа символическое звучание. Подтверждение тому – диплом первой степени за лучший художественный фильм кинофестиваля Республик Средней Азии и Казахстана в Алма-Ате в 1965 году. Там же в Алма-Ате получила диплом первой степени за лучшую женскую роль и Бакен Кадыкеева. А ведь этот образ, ослепший от горя киргизской матери, творение не только замечательной актрисы и талантливой режиссуры, но и во многом и операторского искусства – увидеть, высветить главное, довести трагический лик одной безвестной судьбы до эпического масштаба. Когда-то они приезжали в Чулок, его любимые артисты. Какое это было событие, когда на окраине Аила появлялся театральный автобус.
И когда спустя годы Кадырджану довелось режиссером Бекешем Абдылдаевым снимать киноочерк «Нарынские звезды», посвященный гастролям в киргизской глубинке Нарынского областного театра, он видел в кадре не только нарынцев, но и свой чулок, свое детство, своих односельчан, от мала до велика собравшихся воедино. Какие народные типажи возникали в памяти и на экране! Какое это было потрясение видеть вживую знаменитых актеров! И как все это было созвучно тем киноэкспедициям, в которых прошла, может быть, самая яркая и незабываемая часть жизни! И пусть эта короткометражная черно-белая лента не попала ни на какие смотры и кинофестивали, для него, Кадырджана, она была как возвращение к самому дорогому, к истокам. Но если следовать хронологии, то прежде было, конечно, огромное по своим замыслам и воплощению небо нашего детства, развившееся как из завязи из короткометражки «Это лошади». В органическом единстве двух картин слились, питая и обогащая друг друга, творческие задумки дебютанта-режиссера Толумушу Океева, дебютанта-сценариста Кадырова Муркулова, дебютанта-художника-постановщика Сагына Ишенова, чьи совместные раскадровки обрели полнокровную жизнь в кадрах Кадырджана Кадыралиева. Это был счастливый союз, чему свидетельство главный приз «Большой горный хрусталь» кинофестиваля Республик Средней Азии Казахстана 1967 года в Душанбе. И хотя впоследствии за съемки других фильмов Толумуша Океева Кадырджан будет удостоен и государственной премии имени Токтогула, и звания заслуженного деятеля искусств, и даже звания народного артиста, душанбинский диплом первой степени за лучшую операторскую работу был ему особенно дорог. А надо сказать, что в те годы на киргизфильме сложилась очень сильная операторская дружина, представленная такими именами, как Марлис Туратбеков, Валерий Вилинский, Альгимантас Видугирис, Константин Урозалиев, Нуртай Борбиев, Карел Абдыкулов, каждый из которых являлся мастером операторского искусства союзного масштаба. И заслужить на таком насыщенном именами фоне негласное звание первой камеры было не так-то просто. Тем более, что Кадырджан комплексом лидерства никогда не страдал и не умел работать локтями. Он никогда не сидел в президиумах, не рвался к трибунам съездов, он никогда не витийствовал по поводу свободы творчества и самовыражения. Он просто делал свое дело. Судьба! Я вам покажу судьбу. Подарок шину разобьешь. Агат! Там тебя быстро ждет, волнуется. Шофера надо отпустить. От пи напился, как свинья, и другим жизнь отравляешь. Марш домой! А ты что, озверела? На съемках фильмов «Поклонись огню», «Лютый», «Улан» окончательно сложилось творческое трио Чокморов, Океев, Кадыралиев, которому пресса нередко посвящала свои восторженные строки. И хотя кадры решают все, многое оставалось за кадром. В свободные от съемок минуты Сюмюнкул нередко делился с Кадырджаном своими горестями, а при каждой встрече в мастерской одаривал молчаливого слушателя своими картинами. Но всякий раз Кадырджану было как-то не с руки их забирать. А после смерти художника это стало и вовсе невозможно. И теперь, глядя на картины, подаренные Сагыном Ишеновым, Белеком Джумабаевым, Сандро Макаровым и другими художниками, Кадырджан невольно вспоминает о холстах Сюмюнкула, о нем самом, об их триумвирате, которому, казалось, не будет износу. Не получилось. Умер Сюмюнкул. Разошлись пути дороги с Толумушем. А ведь всеми корнями, биографией, ну и, конечно, эстетическими позициями Кадырджану был очень близок режиссеру Кеев,
провозгласивший свою концепцию жесткого кино, как антипода успокоительных таблеток социалистического киноширпотреба. Это четвертый. Теперь они не скоро вернутся в наши края. Смотри, попрятались тут. Отойди! Слепой. Это последний. Сейчас пойдешь со своими братьями. Не надо! Что с тобой, Курмаш? Ну, подойди. Подойди. На, бери. Держи. Зачем? Сопли распустил, как девчонка. Не девчонка я. Тогда бей его. Не буду. Бей! Не буду. Не будешь? Нет. Почему? Не буду. Что я сказал? Не буду. Эх ты. Дрожишь, как в лихорадке. В душе Туломуша тоже был талисман, подобный Шекеку Кадырджану. И это сближало. Что же разъединяло? Или действительно у каждого своя дорога? И не ищи объяснения. Были в истории киргизфильма такие не очень удачные картины, названиями которых одно время стало принято отшучиваться в ответ на каверзный вопрос. А если серьезно, Кадырджану всегда была свойственна доброжелательная контактность с самыми разными и сложными творческими индивидуальностями. Еще в пору своего становления он находил общий язык с Юзом Герштейном, немало переняв от этого образованного, критически мыслящего и независимого в своих суждениях человека. Созвучно работал он с таким требовательным, ответственным кинодокументалистом, какой была режиссер Лиля Турузбекова. На стыке высокой поэзии и публицистики снял с режиссером Геннадием Базаровым большую многоплановую картину «Сказ об искусстве», текст которой написал и озвучил Чингис Айтматов. Три художественные картины снял Кадыралиев с режиссером Ириной Поплавской, а ведь на Мосфильм операторов из других студий приглашали нечасто. Однажды после триумфальных премьер «Неба» во Фрунзе приехал Сергей Павлович Урусевский. Он мечтал на земле Чингиза Айтматова снять по повести «Прощай, Гульсарыки» на картину «Бег и находца», которая, судя по всему, ему виделась как чисто операторский фильм. И, ко всеобщему удивлению, московский мэтр, прославившийся на всю страну такими шедеврами, как «41-й», «Летят журавли», прежде всего пожелал встретиться с оператором Кадыралиевым. Кадырджан же оробел, когда знаменитый гость, на которого студенты в ГИКа смотрели как на икону, вдруг попросил рассказать о том, как Кадырджану удается так прекрасно снимать лошадей. «Как?» – растерялся Кадырджан. «Нормально. Я просто снимаю, и все». Впоследствии, недовольный собой, он долго размышлял над тем, как надо было бы ответить, и все воспоминания невольно возвращали его в детство, в родной Чолок, к образам отца и матери, кочевьям на летних выпасах Сусамыра. Мать Алиман была в Аиле лучшей рукодельницей. Она, казалось, умела все и успевала все, как, впрочем, и положено было от века жене простого табунщика. Отец Кадыралы ушел на фронт в 42-м году и пропал без вести. Но он успел не только впервые посадить сына в седло и научить играть на кумузе, но и открыл ему глаза на такие подробности кочевой жизни, которые не сыщешь ни в одной книге. Когда оставшийся без отца Кадырджан окончил аильную семилетку, дядя Санджан отвез племянника в город, определив в интернат знаменитые тогда на всю Киргизию средней школы номер 5. Жизнь начала набирать скорость, подобно проскоку через Сусамырский туннель Тюя-Ашу. Стали обрастать невероятно значимыми событиями и людьми. И среди них
память в первую очередь выделяет директора 5-й Михаила Алексеевича Рудакова, крестного отца целых поколений киргизской творческой интеллигенции, режиссера киностудии «Киргизфильм» Дмитрия Ивановича Эрдмана, проводившего с учениками 5-й школы беседы о кинематографе, профессора в ГИКа Александра Владимировича Гальперина, которого вслед за Кадырджаном назовут учителем многие операторы «Киргизфильма», в том числе и Кадыралиев-младший Хасан. У людей творческого склада сплошь и рядом не складывается так называемая личная жизнь. Причем это нередко выставляется как свидетельство незаурядности художнической натуры. У Кадырджана свое мнение на этот счет. И он под занавес своей работы в документальном кино снимает один из лучших своих фильмов «Кузнец своего счастья». Едва ли режиссер Кадыралиев ставил перед собой такую цель. Но живописная лента о сельском кузнеце стала фильмом и о самом Кадырджане. И в том, как человек будничным трудом добывал свой хлеб насущный, как создавал свою юрту, свою семью, прозвучала на киргизский лад библейская притча об извечном долге каждого человека посадить дерево, построить дом, вырастить сына. Кстати, Кадырджан не хотел, чтобы сын унаследовал его многотрудное ремесло. Но он допустил ошибку, взяв когда-то малолетнего Хасана в киноэкспедицию на Сусамыр, где снималось небо нашего детства. И это небо стало небом Хасана. И когда Кадырджан в 89-м году, будучи уже в солидном возрасте, рискнул выступить в роли режиссера художественного фильма «Долина предков», на съемочной площадке с ним вместе работал еще один дебютант – оператор-постановщик Хасан Кадыралиев. Конечно же, Кадырджан знал о трудной судьбе сценария писателя Мырзы Гапарова, проза которого вообще считалась изначально не кинематографичной. И она-то Кадырджану как раз и нравилась. Своей акварельной тонкостью красок урюковых долин Южной Киргизии, неспешным ходом повествования, позволяющим размышлять и вглядываться, своим непоказным, а исходящим из глубин художнической души чутким сопереживанием непростой жизни простых жителей предгорных аилов, оказавшихся на обочине времени. Он чувствовал в прозе Мырзы и негромкий юмор, и боль за стариков, за их аилы, которые чиновники далеких столиц то и дело объявляли бесперспективными. Не случайно, снимая «Долину предков», Кадырджан со своей группой забрался в один из самых заброшенных аилов Ляйляка, где истинный художник кино Сандро Макаров и все увереннее соперничавший с отцом Хасан Кадыралиев получили редкостную возможность проявить все то, на что были способны. И потому недавно, когда республика повернулась лицом к Баткену учреждением новой области, Кадырджан почувствовал себя именинником. Ведь, возможно, теперь сбудется мечта героев его фильма, и под кронами вековых урючин вновь зазвучит детский смех. Мы встретились с Кадырджаном в самый канун его 65-летия. Он только что вернулся из киностудии, где отсматривал кинопробы предстоящего фильма, о котором суеверно отказался говорить. Зато с удовольствием вспомнил о том, что летом прошлого года отвел душу, снимая на Сункуле по приглашению телекомпании «Ордо» серию «Тогус Ак» из 9 клипов на песни и наигрыши Атая Угунбаева и Мусы Баетова. Клипы были показаны по телевидению, и люди звонили, говорили, что узнали его почерк без всяких титров. По традиции возник и разговор о его ближайших творческих планах, на что мэтр ответил, что в ближайшие часы он ждет набега великолепной семерки. Оказывается, в конце каждой недели скромные покои дедушки Кадырджана и бабушки Светы обязательно навещают внуки и внучки, а их семеро. Так что пришлось освобождать съемочную площадку, потому что именно эти кадры действительно решают все.